Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Джек Шепард и Артур. Мы продолжаем проходить DLC-шки к Resident Evil 5. Сегодня мы начинаем проходить DLC... как он называется? Desperate Escape? Да. Оно будет рассказывать нам о том моменте, когда мы освобождаем в конце Джилл. И она вместе с этим... Как его зовут? С Джошем. С Джошем, который... Когда мы с Артем играли, такой он появился и такой... Я был в порту... И вот я здесь. Ну, сюжетно описанный персонаж, как бы. Да. С историей. В общем, это ты за Джилл, похоже, будешь играть, да? Да. Простите меня, я не могла контролировать свои действия. Все понятно. Мне вот нравится, как игра на PlayStation 3 выглядит. Почему-то вот я и на Xbox ее прошел в свое время, и на компьютере вот недавно с Артемом прошел. На PlayStation 3 какой-то фильтр приятный такой. Да-да-да. Не знаю. Мне нравится. Мы не можем тебя остановить. Вы должны, это ваши лица. Да, сюжет-то, в принципе, этот... Ну да, все это сто раз уже слышали. По ПК-версии. Да, по прохождению пятой части. Анимация лиц довольно-таки классно сделана. Да, только Джилл страшная. Это да, уже 3 года назад вышла игра. Ты видел этот, не играл Resident Evil... как его? Revelations? На 3DS, да, Revelations. Да-да-да, играл. Клёв. Красивая игра, вообще крутая очень. Мне понравилась больше пятой части. И даже, наверное, больше шестой. Вообще крутейший. Ну, я вот ее правда, так буквально пощупал часик-два. Нет возможности пройти ее полностью. Я ее полностью прошел. Ну, потом тебя забрали на 3DS. Да. Ну, я не вижу смысла ее покупать, там игры интересные, ну, да. Для меня нет. Кроме Resident Evil. А я его прошел, да. Там еще Metal Gear 3 с ней. Теперь мы увидим ролик, которого не было в ПК-версии. Да. Плохо тебе. Только что выдернули из тебя это приблуду. Да, нормально. Смотри, какая попа. Да, нормально. А на Нину Вильямс похожа из Текена. Крис. Это переводить я бы не обязательно было. Не, надо, надо. Обязательно. Ты слышишь меня? Ты в порядке? Я был в порту, и вот я здесь. Крис? Нет. Крис хорошо, стал ты пришла чёрным? В себя. Афроамериканцем. Загорел, просто Африка. Подожди минуту, ты же Джилл Валентайн. А ты кто? Just a black guy. Капитан Джош Стоун. Я жил в Африке, и вот я здесь. Я должен сказать, никогда не думал, что предоставится шанс тебя встретить. Спасибо. Что ты тут делаешь-то? Я ищу своих товарищей, Шеву и Криса. Видела их? Да. Они пошли за Вескером. На танкере. Я видел, как один отъехал. Ты знаешь, они куда они пошли? Они за Вескером на танкере. Вескер на танкере. Они уже уехали. Никогда не слишком поздно. У меня есть вертолет. И я иду за Шевой. Есть место для еще одной. Для красивой дамы всегда есть место. Да ты всем девушкам это говоришь. Только красивым. Пойдем. Я просто представил, короче. Они на танкер пошли. Мы на танкере. За Вескер. Ну, я они на танкере за... Что они на танкере за Вескером пошли. Капец, Джек Шепард. Хватит ходить за мной на танкере, ублюдки. За нами едет танкер. Кто это, шеф? Это они. Они всегда так делают. Они всегда на танкере. В общем, доки. Да. Мы должны через них пройти и выбраться. И, по-моему, это DLC крайне мясное. Самое мясное. Оно не страшное, да, как предыдущее. Оно чисто мясо. Здесь прям сразу, по-моему, враги уже будут. Я просто вот запустил буквально посмотреть, как чё. Посмотреть на попу Джилл. Вертолет на другой стороне. Короче, нужно пройти. Шеве нужна наша помощь. И сейчас покажут аут враги. Сейчас покажет, собственно, продемонстрирует, как вертолет прилетел к этому вулкану, где мы с Артемом в свое время убивали Вескера. Так что? Что? Меня дали ачивку. Так, кстати говоря, что у нас там? Не, у нас пистолет такой. А у тебя скорпион, у тебя пистолет пулемет, тебе везет. Да. Что-то я пока в местной архитектуре не знаю. Ох ты, я и забыл, как она открыла так коленками прыгает. Здесь пулемет. Ой, патроны к нему. Пулемету прям патроны или к автомату? Пистолету пулемету.
к тому, что у тебя. Ну ты понял. Я. Так, короче, тут похоже было сложно жить. Такой. Опа, драка, такой. Опа, чирик. Опа, чирик. У меня стандартная тема. Рядом с тобой. Ох ты, какая у тебя атака. Отходи, 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 сейчас взорву. Помоги. Бей парабум. Не сильно. Он все еще жив. Почему я его бить не могу? Все нормально. Так, ну я думаю, нам прорваться нужно, потому что они, похоже, тут большое количество будут переть и переть. Да, я на тарелку поднял. В сейфе пистолет. Нужен пистолет? Да, у меня нет. Просто у меня тут есть. Я тут. Так, мне бы карту включить. Чтобы увидеть. Да, кстати, карта по-любому пригодится нам в таком мясе. Я вообще не все. Я потерялся, он теперь и нашелся. Эй! А, да. Совершенно другая атмосфера, да, по сравнению с тем, что мы играли только что. Ну, тут как бы нет атмосферы. Ну да. Тут просто нет. Здесь просто то самое, за что я не люблю Resident Evil 5. Опа, опа, опа. Там еще и стрелами огненными по нам кто-то гасит. Ай, да блин, я 3 пули уже протратил. Протратил? Ага. Теперь это так называется. У тебя за спиной не самый приятный враг. Я вижу, но я лутаю, не могу ничего поделать с собой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, Джек Шепард. Нам нужно... Так, найти ключ. Джек Шепард, сделай что-нибудь. Найди ключ. Мешок стреляй. А, тут еще... О, это вообще неприятный враг, кстати говоря. Ну да, ему надо вот этот мясной мешок стрельнуть, и он откроется, и мы сможем убить. Он идет к тебе, он идет к тебе, он идет есть тебя. Да, блин, я что-то вообще отвык как-то воевать, я и что-то поэтому шибанул. Постоянно что-то тупил. Меня стрельбой попали. Так, нам где-то, наверное, поверх, как-то, может, перепрыгнуть нужно. Блин, ой, перезарядка как вовремя-то. Я вообще не попадаю. Я стрельнул слева от него, справа к тебе это подходит. Because you're black man. Так, ладно, я все-таки, да, думаю подняться наверх, посмотреть. Короче, так можно долго тусовать. Только патроны кончатся. Надо быстрее что-нибудь решать. Ой, тут мужик с арбалетом чуть не решил мне в голову. Может быть, вот сюда куда-нибудь? Видишь, куда я смотрю? Не знаю, ты там пока еще, я куда в другом месте буду. Даже лесенка есть. Нужно искать, иначе мы просто все dead будем. Так, у меня тут ничего. А у меня тут опять эта хрень и сейф. И успели её открыть? Тут рево... Ну ты понял, да? Угу. Он меня... У тебя... У меня, ой, у меня. Блин, ты там за полсекунды до того, как он тебя сожрал бы. Да-да-да, я знаю. Но у меня теперь есть штука весела, которую он вот так вот может делать. Да. Он у меня упал. Ключ. Отлично. Беги, давай. Открывай дверь. Fuck this shit, man. Так, все, я открыл. Давай, пойдем, Джек Шепард. Давай. Вот сзади. Ну. Что-то ты еще звездочки подбираешь. Давай меня наверх. Так, он уже идет. Куда наверх? Где-то справа, наверх, вроде лестника, нет? Да, давай. А я тут снизу пока. Давай быстрее, блин, а! Подожди, меня обнимают. Ой, меня жрут, все. Офигеть. Нет, я еще живой. Я еще. Джек Шепард, ты понимаешь, что мы умрем? Нет. Давай. Я внизу тут не оставайся, да? Ну, ты афроамериканец, ты должен быть первым. О, там еще пришел товарищ Супер. Откуда? Так. Ну, блин, так, я ничего не мог сделать. Наверху здесь пытаюсь смотреть, че тут. Не хана. У меня просто камера на меня не показывала. Бегу. Да прыгай ты, дура. У меня тут такая пати-хард вообще. Тут 4 человека меня окружают, никуда уйти. Я упал к тебе, и ты мертв. Yes, I'm dead. Why I'm dead? Jack, так, ну теперь мы знаем, что делать. Why you didn't because you're black. It's because I'm black? Да. It's because you're black. Давай там решай что-нибудь, потому что здесь вообще тошнотворно в этом коридоре, надо сказать. Это худшее место на планете. Там жопа наклевала.
монетка. Ой, мне стрелой вогнали просто в лоб. Там не в колено. Это куда? Неприятнее. С ноги. Ну, вообще-то, видел картинку, где Джим Керри со стрелой в колене был, да. Джим Керри могёт. Не попадали стрелой в колено, еще когда это не было мейнстримом. Ага. Джек Шепард. Какая-то красная кнопка. Я не знаю, тут какие-то лабиринты. Тут мы вдвоем можем только дверь открыть. И как мне? I don't know. Because I'm black. Нет, you black. Да, бегу, бегу. Сейчас, видимо, я дверь смогу открыть. Да-да-да-да-да. Беги к двери ржавой. Давай. Open the door. Да я не тороплюсь, ты видишь, да. У тебя там сзади такие товарищи. Слышь, чё? Ой, они кинули динамит. Беги, беги. Да! Все, отлично. Так, теперь подходим и знакомимся с девчонками. Я хотел в руку с динамитом попасть. Попал. Ох. А так можно, что ли? Да. Динамит попадаешь и взрываешь к чертям. Моя монетка. Опять моя монетка. Наша. Ладно, наша, да. Тут все как при социализме. Делиться. Это куда? Тут ты пришел, да? Да. Отлично, а потихоньку пробиваемся. Чекпоинт. Че, говорит, веселитесь там, Джош? Да, говорит, пока ты нас не перебил. Двигаюсь к вам. Со мной дама. Я не помню. Чтобы она была частью миссии. Она крутая. Ну-ка, покажи уважение, это Джилл Валентайн. Ух ты, Валентайн. Ты ему монстр взорвал. Короче, он говорит, не смотри, говорит, на этого урода. Есть охота поговорить с настоящим мужчиной. Ну, это тебе. То, говорит, обращайся ко мне. Вертолетчик. Классно вообще. Так, к нам лезут. Здесь вообще какой-то просто филиал апокалипсиса. Подожди, подожди. Назад, 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 назад. Я подожгу все. Назад, 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 назад. Чего бы тебе все поджигать, да, Джипшета? Да, кстати, неплохо. Там толстячок идет, и на него патронов немножко больше потребуется, поэтому... Ай, молодца. Так, Proximity Bomb. Опять ты взял. Все, хватит. Да, я ее положил. Он встает. Так, мне стрела прилетела. Ой, ты мимо положил, да? Да, зачем ты к нему побежал? Ты не видел, да? Нет. Я просто думал, ты на меня смотришь. Джек, так, Шепард, что тут дверь закрыта? Давай запрыгивай наверх. Ну ладно, тоже смотреться не буду. Ой, тут мужик с гаечным ключом. Я же нажал. У меня вся голова в крови, кстати. Ничего страшного. Тебе можно. Мне это не нравится, кстати. Ой, замечательно. Удачи. Я наверху, мне хорошо. Там, кстати, еще эмблемка была наверху. О, тут гранат целая куча, чувак. Я тебя сейчас... Я тебя открою. Поздравляю, он к тебе идет, по-моему. Да, он не может. А, нет, нет, он ко мне идет. Я слишком белый для него. Какое-то черное тело меня схватило. Ох, я слышу, как он там. Я не знаю, что с ним делать. Я на него сейчас все патроны потрачу. Не трать патронов, бегай просто. Сейчас я гранатами разрешу его. Хорошо, Джек Шепард, я верю в тебя. Да вот. Мы тут бегаем по зоне, она не такая большая. Я еще попасть умудрился. Блин, я думал, с другой стороны. Тебе все круто, круто. Нормально, отбегай, вот сейчас граната зайдет, отлично, еще одна. И еще одна. Я пока разберусь с друзьями. Там на самом деле два человека с бензопилами. А, ну, гранат-то больше нет. Отлично. Джек Шепард, сделай что-нибудь. Я не стреляю. Хочу умирать. Одного убил. Один мертв. Отлично. Я верю в тебя, Джек Шепард. Еще 10 осталось. Ран. Возможно, я поторопился, когда сжег эту штуку. Возможно, Джек Шепард. Я ключ получил. Зачем? Видимо, дверь какую-то открыть. Я вообще спокойно, кстати, как слон. Ну, конечно, с того же с человек с бензопилой. Тихо, держи его, держи его. О, в голову убил. И остальные пришли. Я очень ранили. Мертв этот. С бензопилой, друг. Ты
Ты можешь собрать с него что-нибудь. Да подожди. Да при смерти. Блин, я не смогу. Я наверху, вот тут лесенка есть, вот где я. Лесенка, или меня сейчас киркой огреет? Нет, все. Отлично. Я как-то не увидел его даже. Ну ладно. Ну, по крайней мере, знаешь, что делать. Ну, в этой, я думаю, части мы будем много погибать, потому что она мясная, страшная. А за короче... тобой будут бегать эти чуваки. Ты понял, короче. Я понял, короче. Так. А, ну ты бы все равно не смог тут зайти. Куда ты? Как куда? Я не могу привыкнуть после того, как я играл на Xbox с геймпаде. Я не могу привыкнуть целиться на DualShock. Как-то совершенно... А, блин! Ты-то смотри. И как пистолетом этого негра убить? Голову. Почему? Ты чё? Ты сам чёрный. Ты чё такой расист? Я что-то вообще не тащу. Так что давай ты убивай, ты у нас. Сбежал. Ты у нас сегодня рулишь. Ей. Что спасай там? Нас, Джек Шепард. Сейв ас. Закинь меня наверх, и я улечу отсюда. Полетишь. Симпатичным водителем. Водителем, блин, летчиком. Тут мужик с этим. Да. А, тут еще одно. Негритосино пришло. Афроамерикан. Афро-нигер. Афро-нигер. Так, подружки пришли. Вот сейчас у тебя там бочка есть, и эти поджигающие штуки, так что... Да здесь ты бы видел просто сколько у меня тут врагов. Все, сзади бочки тебя. Как это непрофессионально? Я даже слышу, как это непрофессионально. А что там? Что там происходит? Телефон звонишь, что ли? Да. Ничего страшного. Как это непрофессионально? Очень непрофессионально. Это просто капец, как непрофессионально. Это вообще капец. Еще в тот момент, когда за тобой эти. Хаба-бабы ходят. Ну да. Как их называют, кстати, интересно? Я готов поджечь вот эту штуку. Не надо было пока. Ты нормально, я и толстяка забрал. И но это... куда ты всех забираешь вечно? Я увожу их в ад с собой, они еще взрываются. Просто тут еще один был, лучше бы сгорел двое. Ну ладно, ты знаешь, что делаешь. Yeah. Because так, I have... Green. Давай, Джек Шепард, может, ты хочешь прям всех убить? Ну, я выкинул последнюю гранату, которая его немножко задела. В принципе, тебе там пару выстрелов, у меня нет патронов. В принципе, мне можно просто... Ой, давай, давай. Давай, давай, давай. Ну все, мне. Что там лопнет? Сзади тебя мужик. По-моему, не бесконечно. Да, так что давай пойдем со мной. Come with me, if you want to leave. Я что-то открыл. Of course. Ты патроны тут хотя бы собрал там, да? Вот, снайперская винтовка, это как раз то, что мне нужно. Я самый меткий человек на планете. Я как раз патрон для снайперки, так что подобрал. Я тебе ее отдам, потому что я вообще с геймпада что-то не могу целиться. Вроде в Резиденте 6 более-менее получалось, а тут... А когда-то, да. В прошлые времена. Какие прошлые времена? Так, там еще один пришел. Давай, давай, все, открываем дверь. Вот. Get the hell out of here. Come on. Хорм такие. Yeah. Ну, мясо, мясо. Мясо мясное. Ух ты, спокойно все. Give me the sniper rifle, please. I give you вот эту вот штуку. Ну да, вот это мне пригодится. Что за снайперка то хватит? Нормально. PSG. Оружие серийных убийц. Ой, серийных, говорю, наемных. Серийный, да. А ты-то откуда знаешь? Я знаю. Такие, получку дали. Один вообще. У него прыгнул. У него? Ну, я сейчас думаю, я поснайперю немножко, но не уверен, насколько классно. Товар, ты смогешь. Где пулеметчик был? Okay. Yeah. But don't think you can get rid of me that easily.
Тут вообще вся база против нас, я так понимаю. Choppa is waiting. Ой, что-то бабахнуло. Нанна. Хедшот. Я опять же не думаю, что имеет смысл всех прям убивать. Ну да. Потому что... Я хочу тебе боевичок такой строить, чтобы, знаешь, ты бежал вперед, а перед тобой люди падали. Замертво. Я думаю... Сзади тебя сейчас один подойдет. Для этого нужно понимать, как я буду двигаться, а я же человек непредсказуемый. Как... Ой-ой-ой-ой, я понял, ты прям стрелял. Да, там пушка вон она, я заметил слева. И у него больше нет головы. Там еще там есть на мосту еще. А, блин, ну ты не можешь меня никак пометить, поэтому... А, так, я тебя могу перекинуть через мост, так что тебе надо будет сюда подойти. Ой, блин, прилетел к спине. Снял. Здесь ежи. Его двое, да? Да, я думаю, больше пока никто не подойдет. А, нет. А, нет, я слышу еще кто-то. О, так, еще... а ты тут патроны пропустил. Вообще, на самом деле, капец, конечно, то, что они... Да я вообще все мимо выстрелил, как так? Ну ладно, я тоже, конечно, пострашно. Странно, блин, шел, правда. Так, мы не пройдем, пройдем через эту дверь, пока вот эта пушка тут стоит. А, нет, мы должны раздолбать это. Да, да. На, ты ему мощная физическая атака. О, а это там еще снова сел, что ли? Ну-ка. What are you waiting for? I'm here. А я так понял, они то один за другим бегают и садятся за эту штуку. Ладно, я бегу. У меня 3 патрона осталось. У нас тут время ограничено, дурю мать какая-то. Мне нужно тебя перекинуть. Ну да, и ты так пропустила пробег. Да ладно, я, ну думаю, ну пусть, чё... А что ты замер? А подожди, я оружие менял, мне со снайперкой тут не клево будет. Капец, я его уработал. Ну, давай, прыги. Да я разберусь с ними потом. Прыги. Я там поджегся и ушел. Я должен красиво, как понимаешь. Ага. Типа, оставайся, Артур, тут с кучей врагов, чтобы никуда не ушел, да? Да. Тут, кстати, тоже дверь, которую мы должны вместе сломать. Ты должен, ты сломаешь дверь. А ты можешь на пушку эту сесть? Я не вижу здесь подъема. Но я пойду вниз. Мне кажется, это очень много. Капец, ты умный, Джек Шепард. Я такой. На, ему тут санги просто. Ну, как бы то ни было, вот это мне, по идее, нравится. Понятно, что мы косые. Я вижу твои вспышки. Как я видел комментарий к вашим этим видео по Far Cry 3. Чего вы мучитесь на геймпадах? Ну, потому что совсем другие ощущения. Да. Так, и тут опять ассист джамп нужно делать. Что такое-то? Как мне вообще тебя-то сюда шортовать? Тебе пушку надо до пушки добраться как-то. Не-не-не, я уже вообще к тебе пришел. Тут ворота. Опять Сталин атакует. Я открыл. А вот, так ты все это время мог ко мне сюда. Да. Так я не мог с этой стороны открыть. Да как? Он даже замкнул. Ну ладно. О, тут зажигательная граната. Так, держи, подожди, патроны. Может тебе автомат скидать? Нет. О, капец, там кто пришел. Свипкик. Опа! Отходи! Я решил пойти сквозь. Это нормально. Короче, пойдем как-то наверх. И по нам шарашная штука, его не забивают, главное. Да-да-да, бежим, бежим, бежим. Сейчас мы там добежим и дверь взломаем, поднимемся наверх, убьем его с этой гигантской. Или умрем, что более вероятно. Не-не-не. Каман, почему ты лестницу занял? Потому что гладилось. Там снайпер появился. Почему наш снайпер не убил? Да, это не снайпер. Снайпер. Это вот он вот этими хренями пулит. А, понятно. С этой штуки. Давай, я даю тебе ее, я пока патроны соберу. А, то есть я буду стрелять? Да-да-да, вон там второй такой же. Но я попытаюсь, конечно, сейчас со снайперки снять. Так, надо повыше. Хедшот, все. Ты лучше смотри сзади, чтобы бабайка с этим не пришел. Внизу а этот бегает. Туда, куда ты навелся, внизу с топором-то здоров.
Я... Давай называть его Антоша. Антоша? А почему не Дормидонт? Ну ладно, Дормидоша. Ну надо как-то, знаешь, так все-таки уменьшительно ласкательное. Он же такой хрупкий, ранимый. Потому что я сломал дверь. И сломали ее. И субит. Yes, it is. I'm really bad. Because I'm bad. Бежим. Ну куда бежим, я не знаю. А тут нельзя. А, нет, ты можешь меня перекинуть, а сам так бежать, может быть. Так, я пушку вырубил. Ой. Ты уже ушел, что ли? Меня уже прилетело с этой пушки, которую ты вырубил. Короче, ладно, ломим, щемим, рвем. Давай, закинь меня, а сам так беги. Ага, нормально такой расклад. Мне нравится. Камера так пафосно все время показывает. Ну да. Добрый день, так, ребятки. Ой. Ой, патронов сколько? Эти патроны там для этого. Видел, да, да, да. Блин, народу сколько. И все негры. Афроамерикан. Не знаю, нас... Да, блин. На школе как учили? В Африке живут негры. Нас в школе так не учили. В Англии англичане, в Америке американцы, в Африке негры. Я не помню, как там было. Кинет их мне. Так, к тебе подходит слева. Ну, я надеюсь на тебя. О, как ты его работал. Я просто... Слушай, черные мужчинки дерутся за меня. Мне кажется, я симпатичный. Ой, бабоньки. Ой. Тут патрон для машинган. Мне очень плохо. Тебе они очень хорошо не говорят. Пшикните мне, да. Если девушке плохо, пшикните ей в лицо спреем. Оп. Мало того, что... Ой, да их тут просто сотни тысяч. Может, пойдем? Я бегу тут и так. Тут просто столько патронов, что... Как ты стоишь тут. Ой. Я хотел, чтобы ты их забрал. Ну ладно. Резанули у меня теперь кровь. Блядь, если Джек Шепард здесь дверь была. Кого, камон? Ты куда пошел-то? О, так, ладно. Тут подъем какой-то куда-то. Это к пушке. Зачем тебе пушка? Ну, у другого тоже пушка. Я хочу своей пушкой убить его. Я стреляю по нему. Все, давай, побежали. Бери. Веди. Так, вот сюда надо. Стоит ногой, пинается. И сколько бы ты еще ее пинал? О, мне стрела в колено зашла. Мейнстрим, чувак. Да. Так, тут какие-то подъемы. Давай я вниз пойду. Я не знаю. Ой-ой-ой. Возможно, если карта открыта, нам даже может покажет, куда нам идти. Ну это понятно. Так, тут какая-то дверь, которая открывается только изнутри. Видимо, это уже свет попал. Ой, он гасит. Да, он, причем пыль. Я в огонь забежал. Где он там? Опа-па-па-па! Я много. Я не вижу ты. Все нормально, Джек Шепард. Я сейчас его вырублю. Я потерялся. Я в огне. I'm on fire. Что ты тут стреляешь? Ну зачем? Ну не надо. Огонь на мне делать. Такой прекрасный. Все, ты мешканул. Ага. Не надо, не сто, типа. Ой, я не могу пониже опустить. Вся шоба идет ко мне, Джек Шепард, я боюсь. Да ты тут вообще все уже расстрелял. Я на лесенках буду держать их. Ты с такой дурой сидишь, а они с бутылками. Ой, вот этот внизу. Как там, Антошенька или кто он там, Дормидонтушка? Почему он пришел? Проблема в том, что я не могу до него дотянуться, потому что я не могу. Ты должен был на я не могу закончить разу. Я дебагу. Где кажется, Адида пали дадас. Ох, Ревзи там. Мертв, нет? Кто он? Который с топором большой такой. Отличается, ну, от других. Я стреляю, вполне возможно, если там, я не знаю, старый был. Может, умер. Потому что я его не вижу. Я не могу. Так, ну все, давай спускайся, побежали. По-моему, единственный проход, вот тут какой-то мостик.
Так, а там двери нету, которые нужно... Да, там дверь, которую нужно расстрелять, поэтому что-то меня тут обманываешь. А хотя нет, меня не дотягиваю сюда. Возможно, она сама откроется. Я делаю хедшоты. Идет тебе. Я делаю бадшоты. Ты можешь. Перезарядь. Ну вот ты как. Ты где вообще? Я думал, черный парень придет. Ох, как рядом. Ох, оно насквозь меня прошло. Джекшеп, пойдем. Пойдем лучше нафиг. Я должен был меня стрелять. Пиходан, берем, живем. Это что за змейка тут? Отбегижа. Ну и мы должны были... Я никогда не пройду через эту дверь. Так, нам нужно ее взорвать. Или слишком много. Джекшеп, беги, ты не убьешь всех. Я могу хотя бы кинуть гранату. Да, граната тут не помешала бы явно. Она бы бегнула. Корный бабай. Трава, я видел траву. Сзади бочка, взорви ее, справа. Мочи, господи. Металл шовер дали мне чип. Так, тебе нужно подлечиться, давай ко мне. Да капец, как это... Короче, Джек Шепард, валим Джек Шепард. Это хиларов хер. Да блин. I have grenade. And I think it should help. Ты вот прям всех хочешь убить. Ой, а, вот, понятно, нам нужно возвращаться. Ты капец вообще. А чё я-то? Откуда я знал? С того расстояния не разглядишь это? Ты Блэкман, это все. Ох, я подобрал твои патроны, чтоб тебе их не достались. Ну-ка, я тут бьюсь с этим. Давай бьюсь. Семидоголовым. Кстати, да, на самом деле похож. Я думал, на кого он похож? Сначала думал, что на себя, да, но потом... Беги ко мне! Сейчас. Он там дверь взрывает. Окей! Это я дверь взрываю. Ну, да. Ну, у меня сейчас один удар, и я. И ты. И я. Там недалеко трава была. Что, 33 минуты? Ну да, я думаю... Так, ну ладно. Короче, в следующей серии увидимся. И будет дальше у нас страшное-страшное мясо. Боль и страдания, мучения. Короче, это DLC определенно не самое лучшее, но пройдем. Просто, чтобы полностью весь Resident 5 был пройден. Короче говоря, увидимся в следующей серии. С вами был Артур и Джек Шепард. Всего хорошего. Пока-пока-пока.